Еще больше красок у нас в студии, а все потому, что в субботу начинается «Каравон». Доброе утро, дамы, всем здравствуйте. И ансамбль с одноименным названием «Каравон» у нас в гостях сегодня. Ирина Комиссарова, руководитель ансамбля. Когда, что, где и где, как вы будете выступать? Расскажите, пожалуйста, вкратце. Доброе утро. Мы рады приветствовать вас. Вас встречает часть ансамбля «Каравон». 26 мая в селе Никольское Лаишевского муниципального района будет проходить 26-й Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон». И у нас будет гости праздника, народная артистка Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня». Приглашаем вас всех и всех жителей Татарстана на наш праздник. Замечательно. Ну, теперь вот о вашем коллективе. Уже который год вы выступаете там? Вот в этом году нашему ансамблю исполнилось 30 лет. Юбилей! Поздравляю! Да, поздравляю. Спасибо большое. И вот Анастасия немножко расскажет, что нам подарили на наш юбилей. Да. Также во время проведения 26-го Всероссийского фестиваля «Каравон» свои двери распахнет русское подворье. Его строят в честь 30-летнего ансамбля «Каравон», в честь 30-летнего юбилея. Какой подарок. Да, огромное спасибо президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Миниханову, главе Лаишевского муниципального района Михаилу Павловичу Афанасьеву за такой ценный и огромный подарок. Милости просим всех на наш праздник. Ну и лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому... В данном случае и увидеть, и услышать. Оставляем нашу сцену импровизированную для того, чтобы вы насладились. А такой небольшая рекламка, небольшой тизер того, что будет в субботу. Дамы, ваш выход. Оставляем вас. На курита де калина, под горою де малина, 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 малина. Красавица Маша де малина, там девчонка де гуляла, там девчонка де гуляла, 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 гуляла. Красавица Маша де гуляла, свет калины де ломала, свет калины де ломала, 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 ломала. Красавица Маша де ломала, в пучочки де вязала, в пучочки де вязала, 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 вязала. Красавица Маша де вязала, на дорожку де бросала, на дорожку де бросала, 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 бросала. Красавица Маша де бросала, в офицера де попала, в офицера де попала, 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 попала. Красавица Маша де попала, офицерик молодой, офицерик молодой, 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 молодой. Красавица Маша де молодой, проводи меня домой, проводи меня домой, домою, домою, домою. Красавица Маша де думаю, а я тебе да услужу, а я тебе да услужу, служу, услужу, услужу. Красавица Маша да услужу, по сельняху да поеду. Если вы не взбодрились, а мы взбодрились, между прочим. О, еще как.